общество в отечестве. Куда ни кинь, везде мерзение, жизни повседневной преступления. Кто-то против правил поведения, зная нормы, против соблюдения. Переступая черту закона, здравого смысла канона. Деньги, власть, причины воровать, убивать, лишаться на годы свободы и выхода ждать. О, это и есть жизнь преступника, картина маслом, и живет он в этом. Привык, не страшно. Жизнь на обочину выталкивает, наперекор себе идет. Но его засасывает одержимого каждой мгновенной наживы. Мошенников роя, шулеров старожилы. Мгновенной наживы.